что? Это место для базы подходит. Это что, серьезно? Да хватит уже шароюбиться, нужно хоть где-то базу построить. Да, но я типа думал, что будет эпичная база высоко в горах, или внутри водопада, или в пещере, да хоть где, но не здесь же. Последние 5 часов вы надували лягушек, хватит прокрастинировать, давайте строить базу. Ну, а зачем? Зомби. Забыл уже? А, точно, да, помню. Да, было. Ребята, да это хорошее место, смотрите, даже собачке оно нравится. Ну, то есть... Собачки, конечно, не овечки, но я думаю, тоже разберутся. А еще там в кустах почти не пользованная надувная кукла. О, серьезно? Ладно, я согласен, но только сразу договоримся. Строим базу с казино и шлюхами вот такого роста. Да, и копать давайте прямо здесь, там земля сейчас увлажненная, рыхленькая. Можно я буду копать? Я читал, что это полезно для кожи рук. А у входа поставим ту куклу из кустов, и пусть все гости пользуются. Да, еще табличку у входа повесим, чтоб с одетыми сосками никто не входил. О, а вон там медведь загрыз собаку, ничего себе, похаваем. Похаваем и сразу работать. Да, на табличку еще обсудим. Какую же имбу мы сейчас построим, не терпится увидеть. Да, еще как. Да, имбу построим. Сначала куклу потестируем. Да. Я первый! Наша база. Да. Ну, все самое нужное есть. Кто за то, чтобы Марго погуляла, а мы внутрь? Да. Осторожней, Йо! Эй, с пальцами ж поаккуратней, Валю. Эй, кто бы говорил, вытащи! Сейчас не время для этого, давай! Время. Кто-нибудь принесите Роуну Марго! Поздно, Йо утащили. Ну, зато у вас осталась я. После Марго мне больше никто не будет нужен.